И всем привет, с вами Александр Навас, и сегодня я прохожу игру Far Cry 5. Это моя личная миссия, которую я создал. Здесь, в общем, здесь там дальше. Я вышел, в общем, из этого, как его звать-то, из бункера. Из бункера вышел, значит, нам нужно перебраться. Давайте пошлите туда. Там что же кто-то палит. Там палит кто-то меня. Тихо. Патроны есть, пистолет есть. Так, сколько патронов? 4 патрона. Мне хватит. Так, как мне добраться? Стой. По-моему, там кто-то есть. Так, окей. Тихо. Одного завалил. Ладно. Черт. Тихо, кто там сидит? Черт. Стреляй. Чел, стреляй. Там чел сидит. Чел, стреляй. Убей его, убей. Господь будет милостив по любви своей. Черт. Вдруг там кто-то заметил. Вера для всех! Вижу этого! Черт. Черт, патроны закончились. Стреляй. Завалил. Что такое? Опять автомат? Ладно. Тут троих вальнул, ладно. Тихо. Так, здесь все. Так. Тихо, никого нету. Ладно, тихо. Точно нет никого. Кто лез? Вдруг здесь кто-то есть. Тихо. Так. Черт, он это меня палит уже. Ладно, если их было трое, то здесь точнее кто-то еще должен быть. Черт, кто меня палит. Угу. Получается, кто-то здесь. Вот он. Тихо. Тихо, вот идет. Это кто? Ага. Есть. Сейчас обойдем. Тихо, чтоб меня не заметил. Наш собственный маленький. Так, все готов. Тихо. Вот это вот поприкольнее будет пушка. Так, ну ставим. Тихо. Черт. Надеюсь, там никого больше нет. Так. Тихо. Охотники нам понадобятся. Так, тихо. Черт. Так, чекнул. Я иду за тобой, грешник! Так.
убегаем нахрен. Гранаты кидаешь, что ли? Тихо. Тихо. Давай, выходите из леса. Ага. Все. Третьего не знаю где. Взорвали тот того чела, который со мной стоял рядом. Или он там, или он оттуда откуда-то. Но у него явно гранатомет какой-то. Тихо.
надо еще найти. Хорошо. Так. По-моему, где-то там. Тихо. В. И, по-моему, где это было еще? Так. Тихо. Черт. Убил. Черт, я к ним вышел, блин. Черт, я запалился. По-моему, там в леске кто-нибудь еще ходит, да? По-моему, да, кто-то ходит там. Ну да ладно. Все, убил. Остался последний. Патроны есть? Пока что все есть. Пошли. Прикольную карту сделал, конечно, вообще. Прикольно. Так. Уже было что-то видно, так. Если я гранатометчика уже убил, то это вообще прикольно. Давайте. Лут взят. Патрон есть. Теперь можно в него пострелять. Я знаю, где он. Поэтому я его обойду. Что-то слышал. Я тоже. Тебя, наверное. Пока. Вам. Даже ничего не пришлось с тобой делать. Ладно. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Если вам понравились такие видеоролики про прохождение каких-то карт, которые я сам сделал для Far Cry 5, обязательно подпишитесь на канал, напишите комментарий под видео и... Всем удачи и всем пока!